Ладно, первая запись пошла. Так, машинка что-то стирально сломалась, а там криво ответ какой-то. Почему сразу все время я? Я ролики снимаю. И чего? А кто будет машинку налаживать? Тысяч просмотров, ну, тысяч подписчиков, 4000 ну, просмотров. А кто будет машинку налаживать? А чё сразу все время я? А кто? Если не ты. Кто, если не ты? Сейчас зрители слушают эти ролики. Ну вот кто, если не ты? Я на работе, в магазин ходить некогда. А ты все время в телефоне. Как на телефоне? Ну тебе все, ну тебе вообще все равно. Где же я такие деньги возьму? Так я тебе дам денег. Потом верну тебе. Да зачем? Я тебе дам денег, чтобы ты купил железку. А я ее поставлю на место, не стал, починим машинку. А ну машинка сейчас сломается, ты что будешь, как черт ходить грязный, что ли, чумазый? Машинка. Да нет, в натуре, я не буду ходить вообще. Ну если машинка будет сломана, как ты будешь, что, в грязной одежде будешь ходить, что ли? Я буду, и мама будет, все грязные будут ходить, да, потому что машинка сломана, потому что Данил ютуб ролики снимает, ему некогда ходить. Фу! Купить запчасть, да? Так что ли? Ну это я еще выложу туда на ютуб. Ну выкладываем. Ну получается так. Ну а чё, а в чем проблема, Максим? Я маме... Не надо машинку делать, да? Пусть сломанная стоит. Я думаю вообще, как заработать деньги, чтобы я мог перевести на дебетовую карту Сбербанка. Да при чем здесь это? При чем здесь это? Машинку игру надо делать? Или ты считаешь, что не надо машинку делать? Важнее YouTube, чем машинка, да? Может, ты еще пройдешь, мы пройдем сюда в магазин с тобой и найдешь какую-то запчасть. Или да тебе я, вообще не охота? Да я сходил бы сам в магазин, у меня одежда грязная, надо постирать. Вот. А че, у меня нога вообще здоровая, я уже найс выпил давным-давно. А потом перестал пить. Только я посижу еще, я только посижу через час, потом таблетку выпью, супрессин от аллергии. Так, возможно, Максим ходил каждый день туда на работу с таким одеждой, потом еще там менял одежду рабочую, там что-то. Он там больше зарабатывает деньги, я знаю. Но мама говорила, что какую-то по второй группе инвалидности там это. Я отказался, я буду работать, значит, в интернете. Если друзья мне подскажут, то я могу найти. Или же Максим скинет эту фотографию туда, ну, в WhatsApp или Viber. Ну, для стиральной машинки, на запчасти. Голос 55 я записываю, чтобы я мог выложить на YouTube. Сейчас эти зрители посмотрят этот ролик. Ну, когда они посмотрят... Все равно поймут, в чем это проблема. Сед же тоже ролики снимать про И6, там что-то там загриферили. И там что-то админку забрали из-за какого-то, там хулиганит. И там еще по какие-то постановочные съемки, но это все снимают. А потом люди сами понимают в этом ситуации. Так же, как я им могу снимать в игре.